Всем привет и добро пожаловать на канал, с вами я, Джискиран, и сегодня, да, не добро пожаловать в пятницу. Сейчас объясню, почему, в принципе, так было. Надо было, наверное, это сказать еще в видосе неделю назад. Вчера мы ездили на концерт Радио Тапка в Ростов, и именно поэтому не было возможности записать видео, потому что уехали мы в 11:20, а вернулись сюда уже к себе в город в 6 часов утра, 9 числа. Поэтому реакция делается вот сейчас, в субботу. Я еще не успел отойти полноценно, но собрал волю в кулак и решил, что надо снимать видео. Как бы люди-то ждут, им же интересно, они же хотят видеть. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. Так что сегодня у нас, как всегда, мармок, но не в пятницу. Хорошие игры, 15 баги, приколы, фейлы. Не знаю, что за игры, ну давайте посмотрим. Думаю, должно быть интересно. Отлично. Оба джа. А, нет, какие стоп. У нас руки мехастые. Мягко да спали. Алло, бомжары. Что делаете? Метро, что ли? Все на меня смотрят. Я что-то рассказывал и уснул. Похоже на метро. Мы еще на своем дневнике спали. Но это вообще комбо. Все же знают, что дневник мягче подушки. Семейные разборки. А, это метро. А, да, ищу, сэр. Ищу, сэр, капитан-майор. Просто у вас там какие-то разборки, вот я и завтыкал. Капитан, майор, царь, вожак стаи. По всем частотам один мусор. Во-во-во-во-во. Щупаю, щупаю. Что-то есть. Что? Засранец. Смотрите, что я нашел. А? Ебоши, да? Забите гули, сейчас оторвемся. Крепкое дерьмо. Я также квас пью. Артём, давай на карту-то посмотрим. Какая к черту карта, я хочу в дневник повтыкать пару часов. Да ебись. Что это за дерьмо? Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Долго. А можно я назад в Москву поеду? Ну я смотрю, он прям вот ему зашло использование замена текстур. О-о-о-о-о. Нифига, добавил к этому, как его, к своей превьюшечке 8 марта. Кстати, да, блин, я чуть не забыл. Всех девушек с прошедшим 8 марта поздравляю вам там. Любви, радости и заботливого мужчины и... Всегда быть красивыми, милыми и хорошими. Вот так вот, да. Немножко с запозданием. Всех с 8 марта. Даже всех тех, кто считает себя по гендеру женщиной с 8 марта. Ну так, на всякий случай. Погнали. Бичи ангарные. Прошедшим 8 марта. Так будет правильней. Пляшкой моей перекусить решил. Ёб твою мать, что это такое? Пили, да? Людоеды, сука, я из вас всех веганов сделаю, понятно? Кто там? Веганов? Какое мясо! Чё, передумал? Чё? Чё за ебанутый поединок? А это кто? Оти-пути. Это ж... Какие забавные лысые опоссумы. Или посумы, как их правильно называют, не знаю. Что за лысые создания такие? Смотрите, смотрите, они все делают синхронно. Нихера себе дисциплина. Что это за грызуны? Очень сильно похожи на крысу. А, лысые крысы! Ничего себе, вот эти скотины тут гнездо. Нихера себе. У некоторых консьержев такие жесть, отвечаю. У меня датчик движения пиликает. Значит, где-то тут и лозит живность. Ему, я смотрю, прям метрошка реально зашла. Надо будет тоже начать ее проходить. Но это после Devil May Cry. И, Devil May Cry. В этом доме. Я гораздо больше люблю. У Батя. Них там застолье какое-то. А домишко-то грех не залутать, он-то плотно набит. Чё? Чё? Чё за ёб твоего? Что это было? Чё за жуть такая?
Так, спокойно. Это, походу, мой чужой на прогулку вышел, все нормально. Просто моя личинка ксеноморфа подышать вышла. Или у меня мутированные вши появились какие-то. Так, а кум-то садится уже. Ну-ка, сделай мою жизнь поярче. Блин, а часики мои-то все пиликают и пиликают, как... А, я думал, это этот, как его, манекен, а это моб. Мои часики меня наебывают, здесь абсолютно никого нет. Зашибись, пляшет. А как вам мой помощник, а? Танцует бодро, да? Смотрите, лезгинку сейчас треснет. Чё? Джина, прекрати нас, палили, Джина. Делай ноги отсюда, я ее отвлеку. Привет, а ты ничего такая? Подрочишь мне? Сука. А-а-а, все-таки насколько же лучше поверхность, чем тоннели подземные. Опять эти по бокам срутся, блин, сколько можно? Дайте мне насладиться горным воздухом, мать вашу. Бля, а вы чё молчите? Не видите, что я как дебил без маски задыхаюсь, стою тут. Дурки, я тут сдохнуть могу, вы не заметите даже. Следите за мной, я недалекий парень. Именно поэтому я берусь за каждую тупую вашу миссию. Чё это такое? Это что за пиксельная буря? Сука. Здесь нормально, а здесь ненормально. Ребят, доставайте зонтики. Кажется, Майнкрафт надвигается. На! Прямо в шею, понял? А, палка, держите дистанцию! Нифига он прыгает. Я тебе лоб чесал, сука! Прысь! Воу-воу! Обвинела тумбочка, да? Каруселька-то закрутилась? Бичи! Сука! Зря вы без йода на арену вышли вообще. Добавка! Мне бы добавку. Что? О, чемпион! Десерт. У вас остался для меня чемпион. Ну и где он? Кто из них чемпион? Он залип. А, я, кажется, вижу. А, чемпион это не тот, который пытается удрать, но не получается. Сука. Я предполагаю, что у него охуительный боевой настрой. Ну и чё дальше? Дайте мне другого чемпиона или скажите этому, что я его сильно бить не буду. О, соизволил. Ну, погнали, чемпион. Чё? Это он рейдж, видимо, врубил. Стали. Ребят, ваш чемпион кончился. Вы где его так износили? Вы мне его мертвого сюда сбросили, что ли? Эй, Валер, вставай. Ладно, я возьму его как трофей с собой. Звоните, если новый чемпион и появится, хорошо? Скайрим, ничего себе. Чё это его в Скайрим потянуло? О, медведь! Ой, так, от магии нет. Вообще, бля! А, я тебя прямо в рот чихнул, теперь ты заразишься гриппом тоже. На тебе еще немножко холода для 100% эффекта. По-моему, он умер уже. Шкура. Да иди. Какого черта? Я тебя... Че? Он снял шкуру с живого медведя? Было бы забавно, если бы в Скайриме еще вот реально шкура снималась. Ну, то есть, обдиралась. Вид был такой. И он встал сейчас. Я вальнул, ты чего, Миша? Миша, у тебя копье в пузе, ты чё, ты охуеваешь на глазах у всего Скайрима, ну-ка прекрати быстро. Он мёртвый. Он мёртвый, но он, сука, ходит, ты чё? Мишка-зомби. Команда лежать. Вообще. Да, мёртвого гриппа мне испугаешь уже. Охуеть, что мне чёртов дракон? Дракона я хотя бы убить могу, а медведя... О, здрасте, 10 метров и второй баг. Интересно, а если я сквозь один баг посмотрю на второй? Что-то произойдет. Ну?
Опа! Погнали! И воцарилась над землей крылатая опасность. О, это тачки! Это тачки, которые нужно взорвать! Смотрите, тактика! Опа! Зашибись. Не долетел. А, мой план провалился, как и я в эту ебучую реку. Не проблема, сейчас мы поднимемся. А самолет где? Не видать самолет. Самолет просрал, капец. Сука. Это дохнет со смеху один Джеймс Бонд. А ты что там делаешь? Ну-ка спускайся давай, это мое небо. Спасибо за просмотр и всех дам с 8 марта. И ублюдков, которые ставят дизы, не посмотрев даже видео, вас тоже с 8 марта. Это день, когда нужно... Ебать ковырять, вот это багануло. Забыть про все обиды, окей? Всех с 8 марта, короче. Сердечки, сердечки, сердечки. А знаете что? А давайте под этим видео соберем 8 лайков. Представьте, как символично будет. А я все здесь был. Бесконечно гребаный Мармок и Рурика. Хорошие игры. Я пошел мяукать под окном. Пока. Клево. Так, что у нас? Ну, вроде все. Давайте попляшем. А. Ну все. Ну что? Надеюсь, вам было интересно, как и мне, и вам хоть немного подняла моя реакция настроение дополнительно, независимо от видоса Мармока, так сказать. Ну, мне понравилось, было забавно. Ну, а вы не забудьте подписаться, если не подписаны, поставить лайк, поделиться видео, подписаться на группу и, кстати, подписывайтесь на Инстаграм. Там появляются иногда фотки. Вот, допустим, вчера там их было... несколько, относительно, пока мы путешествовали по Ростову. Ну и еще раз сорян за то, что заранее не предупредил, ну, так получилось. И, кстати, самое, да, вот главное, что какое-то вот ближайшее время ожидайте влога с поездки на концерт Радио Тапка. Постараюсь сделать, не знаю, маломальски интересно для просмотра это. Ну а с вами был я, Джескеран, до скорых встреч, пока!